6:35 поступило сообщение на пульт 01 с ЕДДС о том, что в 7-м микрорайоне, 54-й дом, происходит возгорание. По прибытию было организовано в первую очередь спасение людей. Было по трехколенным лестницам спасено 6 человек и 25 человек было эвакуировано своим ходом. Были поданы стволы, подан ствол на тушение в первом этаже, на второй этаж был ствол подан, там прогар был, вскрывали, проливали и ствол для контроля в чердачное помещение. Второй подъезд целый, незатронутый, пожар локализован был своевременно, ликвидирован, распространение пожара не допущено. По этому дому в прошлом году и в этом, в текущем году обращений не было. Ну, остальное, вся ситуация будет известна, работает дознаватель на месте. Конкретный вывод уже после дознания будем делать. Сейчас мы на 9 часов собираем заседание КЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям. Перед этим поговорим с людьми, определимся, куда и кого размещать. У нас есть для этого место предназначено в городе, пункт временного содержания. Там есть комнаты, в которые мы можем разместить жильцов. На сегодня у нас задача определиться по ущербу в этом доме, посмотреть возможность восстановления отопления, подачи отопления, возможность проживания жильцов в квартирах. Основное у нас, конечно, ущерб от пожара – это в первой квартире, где как раз был очаг возгорания выявлен, и на верхней, 6-й квартире. Самое главное, что людей пострадавших нету, что все живы-здоровы, а дальше, я думаю, разберемся.